Подожди-ка, а в Ретроарч есть Филипп CDI? Чернокс все утро собирал старый ПК для этой цели. А что это за она Чернокс? Это игра такая? Я такую не знаю. Ох ты ж. Класса Гроля? Я такую не видел и не слышал. А, нифига себе, еще РПГ. Наверное, знаменитая. Популярная. Такую я точно не встречал. Надо посмотреть, что это за игра. Геймплей хотя бы взглянуть. Давай косу. Промахнулся. Блин, и я просто хотел в воздухе взять. Она еще и на консолях была? Шикарно. Может, какие-то другие программы помогут запустить на современный. На Windows 7 хорошо идет. Поймали, гада, пригнулись. Вроде тут и по идее хитбокс должен быть, да, пойман, то есть главный герой.
Может поймать хитбокс, ну тут не все так сразу. Ох, надо же, поймал. Надо же, поймал. Ах ты ж! Ох, твою... Да, понятно. Ох, слишком рискованно завязывать с этим. Поехали. Быстро. Ох ты ж, падла. Я думал, что подрасчитал, но я получил урон, и не страшно вообще. Вообще не страшно. Игра проходится где-то в районе 40 минут. Сейчас 9 минут у меня. Может даже меньше, 38. Специально наверх подошел, чтобы это загреть, короче, медузу наверху. Так. Вот так вот. Скучная. Скучная костлявая гнида. Есть.
Но лучше вообще другое оружие. Ну блин, ну только потратить. Опа, ну чуть не умер. Раз, два, три. Бац, бац. Есть, взяли. Коса, наверное, лучше. Хотя, почему бы не взять? Топор. Так, раз, и два, и три, бац. А дальше. Ух ты ж. Есть. Ура. Быстро. Ну, как быстро. С ошибками, правда, но быстро. Ничего не знаю, ничего не помню. Сразу. Бац. Вот так вот. Мрази. Будете знать. Шикарно, во, шикарно, ура, поехали. Есть. Есть. Оп. Хе-хе-хе. Ладно, поехали. Но это не будем делать, это слишком рискованно. Оп. Надо же, после смерти потушил огонь. Просто внизу мы находимся и все. Чувствуем. Привет, должны чувствовать. Тебя. Привет, Стилкрашерей. Ну ладно, почувствовали. Не страшно, я виноват. Я виноват. Немножко хардкорности добавим. Да, зачем кристаллики вообще? Зачем кристаллики? Нет, даже не думаю. Есть такая штука классная, Стилкрашерей. Я забыл, как называется. Но сейчас продемонстрирую. Опа! Звон звенит, а значит, я получил жизнь обратно. Вот. Вот такая штука называется. Опа!
Это они так знакомятся, если что. Наши мумии. И вот так сделаем. Все. Где я нахожусь, там я не появляется. Поэтому нужно обязательно прыгнуть, чтобы они наверху были. Если я бы не прыгнул, а спустился, то летучая мышка, которая с правой стороны, она бы вниз полетела. Ох ты ж. Это я что-то как-то рискнул. Ну ладно, не будем отвлекаться. У нас есть коса. Бац. Получили вторую косу. Не знаю, зачем она. А, привет, Мампенин. Двоих сразу, да? Там еще второй взорвался. Рад видеть тебя. Заходи на чашку чая. Болтаем. А, спасибо, Мампеня. Спасибо. Вчера затащили. Там была эта одна несостыковочка. То, что мой герой застрял. Ну, хрен знает как. А может эмулятор. А может еще что-то. Да, топор. Что я туплю? Угу. А так, отмудохли. Шикарно. Нет. Оп, оп, оп. Сразу быстро давай, быстро. Из Германии, да? Ах ты ж падла, ты смотри-ка. Не, ну вы даете, конечно. Проиграем ни за что. Интересные. Вагонетки. Раз, два, три, бац. Быстро прошел со второго раза. Там один раз умер, подзабыв я, что нужно остановиться. Thank you.
Самое несложное — это не вагонетки. Самое сложное — это когда именно уровни с этими бревнами. Там вода. В общем, бревна. А там сложно. Если играть на изи, то вас будет отбрасывать, а если на харде, то вы сразу утонете. Это я про Тазманию говорю. Ладно, потратим. Я понял. Топор, блинский. Ну поехали. Я понял вас. Вы думали, что? Оп. Я еще живая. Так, теперь здесь не забудь по чуть-чуть идти, потому что там мухи-цикатухи. Это было опасно. На всякий случай. Главное косу взять и не бояться препятствий. Да, вот коса. Ах ты ж, надо же, блин, укусил за ножку. Ты смотри, прям кусь сделал. Сволочь. Да, я это помню. Подожди. Опа. Шикарно. Бац, бац. Есть. Шикарно, боже мой. Мне нравится, когда он локтем атакует сзади. По счастливой случайности. Типа у тебя не только атака спереди, но еще и сзади. Это ж надо же как. Поразительно. Шикардосно. Угу.
не получилось. Ну да ладно. Теперь дальше что? Садоводство, да, понятно. Ах ты ж, сужает круг. Неприятное зрелище, неприятно. А если пить захотелось, а тут на тебе вода кровавая. А, вот так тебе нужно было. Гандошить. Вот так вот. На, получи луну. Брат, получи луну. А теперь топор. Бац, извините. А кто будет все это платить? Не я, конечно. Боже, мне рыцари. На этом пройдем. Не страшно. О, поймал. Засранца. Просто держим атаку. Это, кстати, очень полезно. Когда вы держите атаку, игра считает, что вы нанесли 2 урона, чем просто вот так наносить. Держим и все. Шикарно. Это мне нравится. Но здесь нужно по-быстрому. Не во всех, да, работает во врагах. Ну что поделать? Эхэхэй! До свидания. А он бывает, наверное, курицу еще бросает, если не ошибаюсь. Любитель курочек покидать. Ох ты ж. Ладно. На это пропустить. Летел костлевый. Опа. Опа. Но все равно я не могу отойти от врага.
Ну хочется как-то больше дэмэджа нанести. Да, вот здесь пулеметчик. Как ни странно. Да его не было, наверное, пошел там перекурить. Хорошо, теперь с топориком. С топориком. Та-та-та-та-та. Угу. Угу. Деньги. Деньги важнее всего, да. Деньги важнее. На четырех этих, блин, лайфбаром, боже мой. Да. Мне просто делать нефиг. Чё там, последний, да? Последний уровень, ура. Ну все, Дракула, держись, я готов, я чувствую себя. У меня прилив сил. Идет, все. Я зол. Надо было просто вспомнить пару трайв пройти, да и все. А так все нормас. Опа! Тихо. 73. А, и сразу 0. Опа! Ну ничего, ничего. Сейчас бы еще расстраиваться по этому поводу. Главное дойти до босса, а остальное там. Есть. Ах ты ж собака, в последнюю очередь. Хорошо. Героическая музыка. Ну что, на двойки пойдем? На двойки пойдем, я так тоже считаю. Апа!
Где? На... О, шикарно, поехал. Поехал. Ну я готов, ну ёлы-палы, ну... Я готов, подожди, подожди, Дракула, подожди, отец. Сейчас я это доберусь. Твои марафонисты мешают мне. О, коса. Вот бы вот так все враги, да, с одного раза. Так, теперь со смертью, да, картишки сыграем. Ну давай в картишки сыграем. Вот смертью делать нефиг, ему скучно, понимаете? И он хочет... А давай мы карты раздевания сыграем. А давай, брат. Сначала летучая мышь. 38 минут, надо же. У меня, правда, не топор, к сожалению. А так время теряю. Оп, оп, оп. Ладно. Это тоже сойдет. Давай это сразу. Какие звуки. О, давай машинку. Свою. Машинку для бритья. Еще последний босс, да? Ну, типа, не очень-то. Поехали. Да подожди ты, брат. На. Очень эффектно, брат, но у меня там смерть ждет. Джедай. Конечно, конечно, конечно. Подожди, брат. Брат, подожди, сейчас. Сейчас вернусь. Сейчас, подожди. У меня еще два реста. Сейчас. На таком, на тонюсеньке пройду. На тонюсеньке. Давай, брат. Опа! Оп! И
идем. Let's go. Вперед. Теперь дама. Дама ждет. Мы немножко запаздываем. Но это не страшно. Это не страшно. Она тоже поймет. Мы опоздали. Вот зараза, блинский. Ну, теперь у меня кнут-то большой. До тебя достану. Сорок три, 24. Надо же, ты смотри. Ну хорошо. Она ж выпустила. Влад. Да-да-да-да-да, давай, красотка, меня там отец поджидает, давай. По тройке. Ой, как это скучно. Вот это время. Вот это время я потратил. Есть, успел все-таки. Надо же. Ой, в смысле? Да вы издеваетесь. Да вы просто издеваетесь. А почему тогда на огне я успеваю? Ох, все. О, боже мой. Все, тихо. Вьетнамские ловушки. Джонни, они здесь повсюду. Ой, все, жопа. Это что еще такое? Боже мой.
А, вот это неприятная хренотень. Вот это неприятная хренотень. Ну сейчас все радуги узнаем. Все цвета радуги узнаем. Остается только ножи. Опа, успел. Давай, подруга, еще два раза. Еще два раза. Поскорее, батька ждет. Есть, справился. Теперь огонь. С четырьмя, да? Шарами. Опа, 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 опа. Ладно, ладно, ладно. На огне не получилось. На этом получится. Есть, ура, ура, все, все. Давай мне свое платье, я переоденусь и пойду на этого батьку. Очень эпично, да, очень эпично. Оператор снимает, как платье прям это соскальзывает. Ура, ура, ура. Так, ну да, коса, почему бы и нет? Все, напряжу. Ну, ладно, топор. Да что топор, что коса. Да не важно просто. А вот со святой водой, да, тут нужно поосторожнее. Не обязательно взять. Брать. Да, играл. Но я прям очень помню, судя по скиллу. Превращаться, давай сразу. Есть, шикарно. Ну тут походу нужно не торопиться с этим боссом первой фазы, не торопиться. Ну и собака. Сойдет и так, да. Спасибо за ГГ. А что если не взять, а? Интересно. Я это прочитерил, я не хотел на норме сыграть. Просто, ну, блин, у них такая фигня, проходишь на норме, а потом типа говорят: о, молодец, чувак, а пройди ты на харде. А я не хочу это на норме проходить.
Удивительно, конечно. И поэтому решил на эксперте сыграть. Просто так захотелось. И, ну да, тут, кстати, это. Да пожалуйста, это. Okay. Вот это его, конечно, поза. Ой, боже мой, как в этих играх, блин, 8-16-битных. Просто стоят, вот так делают, как будто дышат. Поэтому я захотел. На японской версии, да, японской версии Castlevania, там, конечно, доступна эксперт. И у меня американка. Так, дайте мне это. Спасибо за ГГ. Поехали дальше. Сейчас дайте мне запомнить. Время. Так, а я тебя не записал, Хэл. Сейчас 32. Приблизительно. А время полное. Где-то 2 часа 42 минуты 28 секунд. Шикарно, шикарно. Эксперт. Так, дипотак там. Там нормально. Ну все. Опс. Не туда, сорян. Спасибо за ГГ. Так, сейчас я это отойду. Розыгрыши и все такое.